7 минут, мол? Прогодите. Да, 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 да. Сняли бы. Слушай, а вот а эти вот можно выиграли... ставить? Можно, можно. Да, да. А вот эти вот выиграли 3 боя, да? Да. При этом 2 техничками, да? Угу. Да. И с Мангустом они вели 2-0 по техничкам, но Мангуст выиграл 3-0 в итоге. Запотел. 3-2. 3-2, да, 3-2. Тони тут? Чока. Угу. Совков ставьте, наблюдатель убирайте. У нас Зион тоже на совке. Зион отошел Лютс на стерве. Но у них такой мобильненький сетап, 213-х. Кат. 213-х, ТВП 2, рушка. Рушка. Рушка будет чекать центр. ТВП куда-то там отстрел. User left your channel. Мауса нету? Можно первую сразу пройти. Нет, мы не будем первую. Зио, не кури! Не, ну смотря курить. Что он пошел курить. Да, ну, блин, не про... Нет, если он что-то пошел курить, то это нехорошо. User disconnected from your channel. Не знаю, когда дома еще лучше катается. Ну блин. Так не вот. Сигарету. Что-нибудь так готов. Перекурил и этот. Так, проверь сетап. 9-2. 9-2, 3 бачата, перфект, я и клоун. Маус, стерва, все остальное совки. Все верно. А, у них руха будет на... Не пали по стриму, фу. Что? Что палить? У них вон стоит. А, нет, подожди, убрали. Не, не убрали. Рушка у них есть? Да, первая самая. И чё? Все, мы готовы, у нас все здесь? У нас все обкурили. Кто не здесь, скажите? Вот, все нормально, все здесь. Я проверил, ребят. И инфосотка? Да, инфосотка. Ну, я думаю, отозвались бы, если бы это шли. Катка, 3, 2, 1, поехали! А че мы так рано начинаем? Да, у них же камикадзе не зашел, Валя. Понял. А, подожди, камикадзе не их. Все, правильно, забейте. Хорош. Все, да. Так, значит, клоун, ты остаешься в кусте. Вот здесь перед тобой, который... Перфект чек центра здесь. Вот сюда едут 5 совков. 5. Вот сюда едут 4 совка, в дома встают. Маус, таким образом едешь сюда и будешь город проходить. Получается, стерва здесь, стерва здесь. Зио, Тони. В центр Чок, едет Тони, Зион, Кислый, Эстейма и Чока, да. Макен влево уже ведешь. Вот это ты мне подставу делаешь. Чока, ты во внутриигровой не говори. У него, походу, голосовая в ТСК вместе с этим. Не-не-не. Перфект, чекаешь центр, а потом идешь вот сюда, встанешь. Здесь кусты, где я стою. Угу. Где-то здесь. Понял. Видите. Ну, тебе надо будет, типа, вот это тоже посматривать. Там как-то кусты найдешь. Вот этими танчиками целим центр. Бат. Смотри, там еще один. Мы еще подъезжаем. А, там острел стерва. Отлично. Да, вот здесь все, стерва. это здесь. Мауса сейчас гоним сюда. Отсюда встали, кроем вот это место. Я пошел кустик займу. Перфект, стоишь где-то здесь пока и все. Бат, это я, по-моему. Короче, пока где-то здесь. Центр. Они смещаются сюда. Окей. Эти танки, может, ну, типа, их отсюда не накроют? Пока не должны. Арта КД, да? Отсюда не кидали, мужики? Кидали? Мы ждем Мауса, который Маус у нас подъедет сюда, проедет, встанет. А подсветить центр может один? Угу, вижу. 5 секунд, блядь, он поехал, непонятно.
А эти танки все сюда сместились, так понимаю, сейчас здесь группа будет. Этим танкам надо, может, ниже них... опуститься? Ребят, у них арта в городе, давай. Так что она, скорее всего, они в город играют, да. Ну да, не в городе, здесь, а с той здесь стороны. Поломки. Поломок много, много поломок там. Много поломок, Майл, там. Услышал. Хорошо, арта, значит, я туда не поеду, попала. Получается... Танки 4 сломало примерно. Короче, я сейчас проеду вот это чекну, клоун стоишь, перфект стоишь. Дал я совку? Вон, бат. Нет, ничего не показало. Странно. Сука, как попадание кумулем? Идите нахуй. Они стоят в центре, да. Угу. Они не уходят. Они сейчас первые будут пытаться проходить. Че, я еду дальше. Короче, тихо. Сейчас ты подъезжаешься вот сюда. У них танки по девятой линии стоят, точно. Один танк точно стоит. И в кустах стоит танк. Клоун, вот перфект возле ко мне. Возле монастыря вот этого, слышишь? Знаете вот этот куст? Возле вот этой церкви или монастыря. Вот там куст огромный, там стоит танк. Вон. Тут арта стоит. Ты подъезжаешь. Там так я КД. Два совка. Да. Да. Майл, может, он меня отпускай, меня не отпускает. Клоун и перфект стали здесь, я просто подъеду сюда в кусты и будем сейчас первым. У нас есть его репейс. Ты можешь там пожить, постоять? Где-нибудь? Не, он был. Ну как, а как? Вы вот эти танки разорвали? Там просто стоит весь город полный. А рамбом нельзя было ехать по направлению как сюда через эти дома? Там с трех это... Вот видно. С трех сторон стреляет. Вот эти из-за домиков... Ну, здесь вот... вообще не укреплено. Может, мы быстрее вот это тогда отожмем? Нет, нет, стоим. Ну, у нас здесь, типа, плохо. Я сюда, может, перееду, не? Да, ты перекатывай сюда, вот отсюда с центра... Слышите, что? Вот отсюда с центра, народ, оставьте здесь танка 3. Два танка оттянитесь назад сюда. Подсветите центр. Сейчас попробуем. Может кто-то подсветить? Да, ну я же стою на подсвете. Тони, оттянись тоже. У нас Майл здесь, Тони, по танку слегкатится, друг. Лаки, немножко отъеду, потому что слегка... Вот здесь можно встать за камеру, я... и здесь встать. Да. Расставьте здесь сами как-нибудь. Стерва по-любому стоит здесь. Вот здесь стоят танка 2 я здесь стоите. Короче, эти троем оттяните сюда. Один останется здесь, один останется здесь в кустах. Другие оттяните сюда в городе, вот, встаньте. Даша, вот, а камень слева. А у меня такое ощущение, что они перетягиваются. Мне кажется, что они перетягиваются. Пускай перетягиваются. Тебя не светят, да? Я вот сейчас засветился. Ну вот так я тут пару раз выезжал, вообще не Нам светился. Нам бы танк вот сюда, чтобы выезд из города светить. Его поломают. Ну, кстати, бата можно в кусты поставить. Там бата в кусты можно. Он может отойти. Там не надо, мы не высветим вот это. Вот этот бат не высветит вот это. Это вот где я стоял, там надо было мне стоять туда. А здесь у них танки стоят? Можно подсветить это? Ну, блять, я пробую, но как-то не очень все. Далеко не гвоздь. Не вижу его. Он за домом. Кинул. Блять, ебучий. Майл, а вот от этого совка какой толк? Я, ну вот здесь можно было стоять. Меня блендит. Они перетянулись, значит. Ну да. Вон бат. Короче, слышите, что? Арта КД. Стерву в опять оставили, вот отсюда бат, вот в эти арта кусты. Здесь. Всеми танками, Плон, сюда видишь? В первую. Всеми танками в первую. Угу. Вот здесь вот эти два совка, вы перетянетесь сюда, будете здесь стоять. Вот этот совок, отсюда тоже куда-то сюда, к нам сместишься. Все типы просто сюда, стерву в опять оставили, 4 можно оставить. Уж крепко толкать камень, да? Да, нормально, один танк хватит. Да, самый крайний там между двумя камнями. Мы сейчас первую отожмем, на первую встанем. Главное вот здесь танку жить. Вот эти два совка не проебите момент, вам надо сюда будет стянуться. Пока стоите. Мне здесь вообще не поломано. Какие там два совка? Вот эти центральные два совка, вы стянуться сюда должны будут. Уже стягиваются, Да, уже стягиваются. Да, переедьте в рельеф вот эти два совка. Короче, слышите, вот эти, да? Вот здесь на кемпе оставили бата, получается. Да, нормально. И вот сюда вниз спустили 4 танка. 4. Может, оставь здесь два танка, чтобы кемпить вот эти квадраты. Вон они там. Ща двойка светится. Кого-то откидали наши. Меня попали один раз. Вот здесь, вот эти два остались вот здесь. Вот отсюда танка, вот сюда вниз спустили 4 танка просто, и все, 4 до меня, где я стою. Я еду туда, меня отстреливали. Он сам не едет, сам едет, отстреливает. Первый, 62-й. ТВП подставляется. Надо убивать, сейчас 113-го убить надо будет. Отстреливайте, ТВПшка выставилась. Кто за контроль? Арта КД. Я 113-го, я доберу.
Надо один танк дальше поджимать. Майл подожмется, все нормально. Я подожму, Майл, да. Подожму. Вон второй бат по внешке, бат, давайте. Они внешки заходят. Бат, вот стерва, это... ты можешь к нам перестроиться я сюда. Не светись. Нормально, они и разноса убивают. Когда разноса был убить, разнос все светит. Чё, разноса надо убить, убьем, сейчас убиваю его, я здесь. Они здесь, быку, Майл на тебя, по-моему, быкуют. Да, нет? Пускай быкуют. Доберите, доберите, 20 хп. Хорош, на императора свожусь. Я пытаюсь светить, пушкарь. Стерва Майло, осторожнее. Я КД. Арта КД. Арта вот тут. Я раздаю руку, видишь. Майло. Да не там все. Пусть там, кстати, да, Майло, стерва перед тобой. Окей. Опа. Скажусь. Ребят, стерва в центре 140 видно? Не. Нет, он внизу в рельефе. Я пока до первого 389 буду. Вошел. Все, 2 минуты мы стоим. 15 секунд. Стерва, можешь сместиться сюда. Майл, он же картонный, может ты отойдешь, может совок лучше будет через башню светить. Вон совок поехал там. Кинул. Я тут просто в куст буду заезжать. Блять, сука, че не летит? Вот сюда блайндинг пытается за камень. ЛТшка пошла. Арта КД. А, цельте рушку, вот эти танки, цельте сюда. Не, здесь, вот здесь выставлено, если что, аккуратно. Ну я вот посылаю. Я наружку сложусь. Мы можем вот это запушить в наглую. Давай. Рушку ну, отстреляйте и поехали вот это рашить. Поехали рашить вот это. 4 танка, вот эти еще 2 совка сюда. Вот эти 3 танка на кемпе. Вот эти танки все рашим сюда сейчас. Я живу на кемпе. Кислый, подожди. Да я жду, я подожмусь под них, чтобы наши другие-то доехали спокойно. Кстати, три, останьтесь на кемпе. Артак, да, Рашим просто вот сюда убиваем вот эти танки. Танка 2, 3 надо будет упасть. Танка 2 надо упасть. Вам смещайте, что там сюда, чуваки, в 113-го. Падайте, падайте, 2 танка в него упадите, 2 на кемпе, 3 на кемпе. 2 танка в него падаете. Он ТВП видно. ТВП. Даю тычку. ТВП, хорошо. ТВП. Вот сюда поджать. Подожди, вот здесь танка. Вот здесь остались 2 танка, остальные сюда в центр. 2 танка здесь, остальные в центр. ТП добью. 6 секунд. Сейчас 2 пробую добить. 13-й. Они рашат центр, нет. Просто рашат центр. А прикройте меня, Саша, прикрываешь? Ну. Вон. В центр смещаемся, расстреливаем. Я в КД. По ХП нет, заебись. Спокойно. Мы выиграли, уже минута. Арту убейте один совок вот этот какой-нибудь. Кажется, все стали забывать, что такое настоящие аналки. Ну это мобильная была мы. Аналка, типа, ты стал и все. Да, да, да. Больше да. С квадратов не уезжаешь. А Мауса пожертвовали. А мы все стали там аналку. Это и... как священная это корова аналка. Есть, священный Маус. Арта КД. Я даже 5 Арта КД. На танчик. Свой? Вы же понимаете то, что если кто-то помидор будет этот стримить, они будут говорить вон, шоу дэй. Да он каждый стрим, блять. Я бы его Стас убил. Не, Макен, слышь, это ты будешь сразу катить его греть, он один хуй скажет аналка. Это то же самое, что говорить, что в голде, типа команда, которая дефит 2 базы, она свит в аналке. По сетапу, по сетапу. 3 Мауса. О, я Маус. Подожди. Пока все наблюдатели, все наблюдатели. Все наблюдатели поставьте. По сетапам будет 3 Мауса. Будет по батам. Тихо, 3 Мауса. Бат в кусте, бат здесь. Так, я буду играть на... Здесь. На 3 бата, 3 Мауса. Остальное все совки. Майл. Mm-hmm. В следующий раз, может, это... Не через эту линию я буду заезжать, а левее. Ну хорошо. Возьму Мауса, то паёк ставить на Мауса или нет? Там с малого города и... На Мауса пайка можно, паёк можно не ставить. Что по сетапу? 3 Мауса, 21-й. 3 бата. Угу. Остальное совки. Это 7, а серу нюхать ты не будешь брать? Нет, не хочу. Людс, тебе надо было переехать тогда. 3 Мауса, 261. А у Майл бы засветился, если бы переезжал. У меня совка? Да, Люсовка. Его шрушка еще раз. Светила сразу. Еще раз. Говорю, объясняю. 3 Мауса, 3 бата, 1 арта, остальное совки. Все. Какой 21? Напишу 1-102. Отправил.
Ну, значит, если три мауса увидят, они что-то будут одно сходу рашить, думаю. Пускай рашит. Нам пофигу. Ты хочешь... Смотри, а если ничья, и мы и, типа в гостях, то... Нам победа. Нам или им? Нам. А, да, ясно, чем рашить. Пришли в гости, стали аналить и забрали все... Слышь, Майл, ты хочешь на... Ну, там, где вторая линия мауса, просто спрятать одного, да? Три направления мауса. Центр, лево, право. СТ перекатывается. Куда они будут рашить, то мы перекатимся СТ-шками. Все. Нормально. User disconnected from your channel. Здесь сейчас ничего сложного не будет. Я на совке только на свете. Слышь, кстати, а ТРС выиграли этих хейтерс? Да, 3-0. Угу. Ставим технику. Еще одного жирного надо. Да, уже ставим сетап? Да, уже ставим. Вот я мауса беру, конечно, уже сказал. Зион и Стила и Саша, три мауса. Три бата есть? 92-й. Есть. Все, три мауса и остальное совки, все. Три мауса, по идее, тоже есть. Ну, Зио. Да, да, все. Этот наблюдатель убери. Кстати, слышишь, Пушкарь, ты пишешь совки или с моими именно? Там пофигу, как писать. Там пофигу, как писать, там не важно писать стосу, там просто пишется вок. Чему вот, допустим, 22 СР можно? 2 ТОП. Без разницы, какая СТ-шка советская, без разницы. А там нет, просто допустим, пишешь... В киберспорте 907 и Т-22 СР нельзя. Ну, это киберспорт. Здесь в киберспорте 430-го юзает. Ну да, потому что нельзя 907 и Т-22 СР. Семерка, 2 ТВП, 113 и 2. Это, может, ну, стрелы они... 313 по первой линии поедут, а семерку по первой линии хотят. Это да, они будут туда поджимать. Да. Да. А мне кажется, ТВПшки... Центр приедут, попытаются что-то кидать, не? Как вариант. Ну типа три мауса, зачем вам ТВПшки на первой линии? Стерва-рушка. Значит, смотрите. Так, я налево. Маус лево, маус центр под этот дом, и маус вот сюда вот катит под этот дом. Все совки вот сюда проехали, кроме двух. Два проехали сюда. По батам, один бат слева, один бат встает вот здесь, под, вот здесь куст, который я показывал. Я поеду сюда. Ну, лаки кислый на центр. Центр. Блин, ты под этот вот коробку крайне хочешь обстать, да? Да. Под циферикус. Там, честно говоря, немножко хуевато. Ну, не там пусть маус стоит. А, ну да, и другие едут, да? Хорошо. Там просто проще маус. Совками вы только отстреливаете, потом съебываете. Я скажу, куда и чё, как. Лево нету. Нет, есть. А, шестая, седьмая линия пустая. Шестая, седьмая линия пустая. Бат выставился, даун. А город тут... Город пустой у них. Хорошо. Они поджимают и отстрелы. Бат ушёл, совки ушли. Маус продолжает движение сюда. Совки вот эти пристроились сюда, совки сюда перестроились, вот здесь оставили двух, сюда перестроились остальные. Бат отсюда, уйди сюда, маус продолжай движение, вот этот маус сместись влево. Тогда. Плюс. Слева ставим прием. Вот этот маус, продолжаешь город давить, перфект стоишь. Два совка в центре, кислые и лаки остались. Город пустой полностью. Ваки, они могут от этого камня выходить. Я не замечаюсь. Я на императора сложу. Пока полиция кис не буду. Они сейчас вот сюда танк подожмут. Меня начекали справа, семерка. Вы только не проседайте по ХП сейчас. Бля.
Истила, твоя задача проехать сюда и вот сюда. 113, ребят, откидайте. Вылез, по-моему. Ну я лечу, Майл. Клоун, ты заехал? Да. Встань там в сейф. И все, стой пока. Мне на арте, наверное, чуть переехать надо, плохо стою. Нормально ты стоишь. Я пока... Я... Чекаю город постоянно. Забор до сих пор не сломанный в городе, вообще не. Арта, пушкарь стоит. Пока лево, пушкарь, лево, пушкарь. Лево, лево, лево. Арта, два, маус, да, маус, 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 здесь. Маус здесь совками побыкуй. Клоун, поехали вот это ломать. Сделал. Клоун, я поехали с нами, поехали центр сломаем. Гоу упадем на зиду или нет? Вы не упадете на них, или упадете? У них вон еще один 113 сейчас будет переваливаться. Нам центр нет, надо подборзеть, зачем? Центр надо подборзеть, алло, слышите? Короче... Да, и Стилла, ты сюда смещайся. Да, да, да. Бата можно вот это надо сломать. Вот это можно выйти, сломать. Стерва у них где-то... Бата ловлю. Да, бата... Стерва, о, этот, как его, ТВП. Доберу. ТВП, и бата разноса, и дальше ТВП. Я помогаю ему Люцу и Макиру. Я всем когда. И Старвейсифа. Бля, разнос меня поджег. Пулька, бля, пиздец. Семерку тут нормально, тут мало. СТ, там 140 вылазит. Надо семеру убить, это ВП. Там где-то стерву. И стерву зацелить надо. Давай вкатим на нее тогда. Вон ружка. Семеру вкатываю, алло. Майл, пробивай. Стерва слева, кто видит? До 13 пошел. Я КД, я КД, я КД. Пошел, 1200. ТВП минус 2, минус 3. Все, ТВП КД, ТВП КД. Займите вот этот бат центральный, уйди вот сюда, бегом. Маус, едь сюда, а слева стоим принимаем. А мы пойдем сюда просто убьем. Подожди, мне кажется, я сейчас посмотрю, я посмотрю, я посмотрю. Я посмотрю. Да, падайте, падайте, падайте. Зион, просто в наглую выкатывай, Зион, просто в наглую выкатывай. Остальные все просто влево падают, все влево падают. Чока, Тони, СТ, падайте вперед, ХЗшка тоже. Падайте, Чока, все, поехали. 800 хп, 800 хп, блядь, не того. Ломайте. 500, 500, 100 хп. Центр сюда, едьте, помогайте. Здесь можно батом захват поставить. Еще 100. Либо нет, не, без захвата едем сюда убивать. Всех убиваю. Все, и 140 добивайте тоже. Все, это видно. Серва на катке. Танков теряйте как можно меньше. Шотный сок. Ебать, как я... А просто давай, как Майл, чувствовал, короче, взял на маус за место того пайка этот, ну, короче, нахуй, огнетушитель. Сейчас только вывалился, блядь, сразу подожгли. Сука. Бля, а я огнетушение прокачал. Меня вот этот чмырь, короче, взял поджог. Просто вангую, меня вот этот чмырь, который играет на арте, за два выстрела косарь снял. Причем понял, я, короче, горю и стреляю по нему и не пробиваю бата. Ну, хотя я просто стоял, типа, башня не вертела никуда. Из-за того, что разброс уже большой. Не вертел, повертел. Майло, ты, может, возьмем, типа, затан на первую линию, а сами разыграем вот город этот? Нет. Ну, как в первом бою мы хотели, только без Мауса. Да не, блядь, то, что я рисовал, то и сделаем. Не, давайте Смайл сам решит, а то мы, как обычно, арта ему советуем, он, блядь, потом... Арта 1400 урона, 1000 из них по мне. Арта только смысл сбиваем своими советами. Мы здесь сейчас берем. Мы здесь сейчас берем. Но Маус, я думаю, не нужен все-таки. Почему? Так. Мы не город, нихуя, мы первую пойдем. Первую? Да. И останемся стоять, если что там. Угу. Окей. Все, давай. Сейчас, подожди. Какой это будет? Третий. Шилд. Сетап на бой. СТРВ. Арта. 92. Три бачата. Так. Два мауса. Все остальное СТшки. Окей. Это получается 5, 6, 7 и 8 совков. Раз, два, пять, семь. Правильно. Люц на стерве поедет. Маусы сами разбирайтесь. Три бата те же. Я на маусе. Ну, пока технику не ставим. Технику не ставим. А, сука. Спалился, блять. А это выглянул за куста. Вот этот чувак, который у них ник В... Нижний пробел, короче, вот эта морда, это краб. Запоминайте, краб.
Краб. Прикольно. Почему у него глаза разные? Что-то не починили, да? Чего? Так не починили? Ну, я смотрю, и Лавыс, и ЛГТ сидят нас смотрят, вместо того, чтобы катать Прайм. Они там в чате что-то пишут? Да, общаются на стриме. На стриме? Кинь ссылку. Обои, видишь, непопулярно вообще никто. Чильный. Обычно тот человек 50 смотрит, а сейчас только 2. Может, все Прайм катают? Сейчас до нональчиков смотреть. Все Прайм катают, который этот лагает. Его нету. А хотя могли уже восстановить, вот список друзей восстановили. Наши зашли, стало 19 смотреть, ясно. Подключение слева все еще. Давим. Там левша, когда будет комментировать, там пиздец народу будет смотреть. А левша и ЛГТ комментируют 5 июля завтра. Технику ставим, да? Да. На следующий матч с Вымпелом? Да. Да. Саша, и... чок оставьте. У нас домашняя карта степи. Совкупка, бро. Три бачатыня со второй. Два мауса, стерва. Все нормально. Саша наблюдателя поставил. Ага. Не, я менял, у меня маус просто был. Все, она готова. Но если укреп не работает, то... А, я же плюшки, получается, не включу? Ага. Зачем нам плюшки? Укреп работает. Работает? Угу. Окей. Мы же в трене сидим. Не включай пока что. Майл, ты ловить просто вышли с онлайна, чтобы не катать Прайм. ЛГТ на стриме сидит. Вроде. Да кого, вы тоже? Не, ну с танка вышли, такие, а, укреп там не работает. Выйдем, а он работает. Три, два, три. Майл, они ЛТшку в тот куст ставили, там, где ты куст показывал на седьмой линии. Ну, ладно, чё. Два мауса, 313. Ебать, они утяжелились. Сейчас нам... они сходом вот это поехать даже с мауса. Ну, с мауса, мауса здесь. Нам будут. Вообще шикарно все будет. Вот сюда еду я в куст. Потом... Потом. Вот сюда едет один бат, вот здесь стоит еще один бат. Стерва сюда. Сюда вниз падают 5 советских СТ-шек, остальные СТ-шки стоят здесь, 2 мауса в центр. СТ, ты можешь мне помочь, нет? Угол резать Майл вот так. Да, просто в наглую срезаете. Чтобы... Мне СТ Майл поможешь, чтобы на верочку его. Хорошо. А нет, Ваня, ты, наверное, лишний. Поверни ствол другую сторону, СТ, мне неприятно. Ты лишний, 5 штук сказал. Не, я пушкар не поеду агрессивно, я в сейвовый куст стану. Не похуй. Ну, пятеро сюда, вот сюда, а трое здесь на кемпе. Да. Чё, СТ, бросай, тут живу. Баточек у нас. Там за камушки можно стать. Бат остался, остальные здесь, остальные в низине стоят. Не поджимаются никто, стоим в низине. А, ой, вот здесь все целое. Вот здесь все целое. Хорошо, вот у меня можно здесь становиться, вот это целить надо. Да, они там. Прошли, вот там маус будет, поставьте, да? Поставьте сюда два танка, ребят. Го агрессию разыграем, короче. Смотри, маусы подъехали сюда. Вот этими типами надо дожать сюда. Вот здесь оставить двух совков, бат отсюда снимайся, тоже едет сюда. Здесь ставили стерву и два совка. Все остальные сюда расшинули. Он бат катается бат, на... Вот сюда совка одного. На катке. Это я буду понял, я буду последний. Здесь, да, бат снимается, едет сюда. Вам сюда вниз опустите два танка, остальные зацельте, и вот сюда два танка еще. Так там поджатый маус, скорее всего. Ну, блядь, выйдем его убьем еще. У них совки так, здесь катаются, нет. У них совки здесь катаются. Совки уже сзади начинают накидывать по маусам. Так вы сюда сместитесь, алло, блядь. Бат катай, а тут маус. Я вообще засейвился за дом. Маус раз. Хорошо. Нет, а, все, два мауса, изи, блядь, бат, рвите бат, в поле. Бат, вот сюда вниз бата уронили. Бата вниз сюда уронили. Быстрее. Он за камень стал. Вот бат в кусте стоял. Умри, он умереть должен. Умри. Бат, умри. Разнос. Умри, разнос. Вон он. Сука. Второй бат за камень стоял, там засветился. Нам не надо никуда ехать. Мы встали. Мы встали. Блядь, он... Вот этот совок, по-моему, у нас опустился. Поднимись обратно.
Он уже не поднимется, такое ощущение. Разнос пиздец, что делает, смотрите. Пушкарь по маусу ну, может работать? ХЗ-ш какую-то штуку ну, сделал. Бред. Смотри. Арта КД. Разнос видно. Ну ты понял, да? Тычку. Народ, все, мы стоим, ничего не делаем. Бат стоит. Вот эти маусы может откатить. Смотри, туда. Слышите, они сейчас могут вот так вот рашить. Да пусть. Не паши эту нахуй стерву, ебаный. Я по КД кидаю. Я на маусе ее из центра тоже прокидываю, если она вылазит. 15 секунд у меня. Стерва с разных сторон. Она вообще съебала. А бат здесь же остался, типа здесь. Да, он за камушком пушкарь стоит. Вот этот, который уезжал из самого первого. Он там и стоит за камнем? Да. Он бы засветился с клоуном. Маус на центре. Он выезжает, Макен видно. Они сейчас вот здесь сейчас будет раш идти. Сейчас будет здесь идти раш. Вот эти совки сюда бегом. Вот эти совки бегом сюда. Стерва по ситуации, все остальные сюда смещаемся и принимаем. Может, Лакишот один останется, но не порешают там. Сила, сколько там слева по тебе кидает? Лаки, оставайся. Окей, Лаки, оставайся. Блядь, не ломайте дом. Вот здесь танда 3-4 майл. А, я понял, совок останься. Вон, бат едет. Бата. Мерси который. Дарк Мерси. Я наберу через 10 секунд. Арта КД, блядь. Бля, там Мауса видно. Второго тоже видно. Вон еще совок ползет. Свожусь на них. Вот здесь, вот здесь, вот эти два совка, встаньте здесь тоже, цельте лево. Вот отсюда два совка, цельте лево. Слышь, Саша, ты стреляешь по носу, да? Да, ну, блядь, я не пробиваю его. Тут просто, короче, понял, он прям лбом стоит вот там, где я стою. Не, ну, дулый, заебал. 376. Ладненько. Пошел в пизду, блядь, бесит. Они меня хотят найти. На меня чувак смотрит. Я доехал. Че по хп, 3к видим или больше? 3к, да. Артака да. Я уже 5 там отдачил. Сейчас оклон под тебя покидает, камень либо стоял. Может, блайн займи. Они типа поняли, что здесь типа отстрел, они здесь получились и сюда поедут. Ну там тоже не. Мы можем стерву сместить сюда, чтобы она встала и вот это принимала. Не, только стерву. Мы примем в любом случае. В любой стерву сейчас примем. Ну я чисто стерву думаю сместить, и все. На все хорошо. Да нас смотри, 4 танка здесь, 4 танка здесь, бат, 9 танков стоит, одну сторону принимает. И с другой стороны столько же. Не, с другой стороны 8. Ну у нас типа центр 8 сторон. Смотри, если кто-то высовывается, этот бат светит или нет? Нет. Тони Кросс светится. Нет, сейчас клоун не светит, он светил до этого. Если они вот здесь вот перевалят... Вон, смотри, уходят, видишь? Свечу. Я попробую СТРВ подсветить. Совки, сюда. Лаки, можешь остаться, стерва и совок сюда, вот в этот квадрат. Совок. Его не видно. Вон, и даже бат уходит. Чуть писечки только видно. На 600. Кому? Маусу. Слабо. Я ему попало между башней. Сейчас центр агрессии, наверное, ебашить будут и сюда проходить. А у нас тут дохера. А баты сюда будут еще пробегать. Да пусть сюда. Батшотный. Если они сюда стянулись 4 минуты, то им только и осталось, что сюда ехали. Флоу нас кидает, говно. Скажи, ёбни вот этому вот наглому. Кому именно? 107-му, да. Он непонятно что делает. Расстояние большое. Он чекает. Свет какой-нибудь, куда можно седать? В центр? Они... Бата должен забрать там, мне кажется, блять, просто на него дунешь его сразу. Так я не был тут сидел. Майло, ты светишь там? Да. А че, если я сюда пройду и. Давай, вставай. Я вот совка бля, сейчас кидать буду. А мы сами-то не запушим их? Да нахера? Да нахер надо. Сделать победку да ерзал. Запушим. Может интерфейс сменить, нет? Нет, все. Поменьше постреляем, я хз, поменьше потратим серебра. Последний. Комбат может засветить клоун, если я буду притягивать. Пацаны, не забывайте, помидор наши стримы смотрят. Опа. Так слэм, мы не знаем. Можно вот это подсветить? Нет, оно не светится. Вот этот маус с этой стороны может... Короче, знаешь что? Пусть Лаки стоит, я сейчас центр покатаю. Давай. Там стерва выставилась, клоун, ты ее никак не можешь. Он 13. Он охеревший вообще. Нормально, меня шотнули сразу.
140 вот здесь, 140 здесь. Отсюда два совка обратно, три совка обратно, Его перепушим, поставим захват и все, мы выиграли. Давай. Два мауса на эту сторону, смещайтесь, два мауса на эту сторону. Стерва, остаешься здесь. Толпа совков здесь, собираемся и рашим вот это. Толпа совков здесь рашит. Вот эти два совка останьтесь здесь в центре с маусами. Зацельте. Вот эти два совка здесь с маусами. Все остальные стэшки собираемся и рашим сюда. Чё за ху... Я сосу. Да потому что у них куча танков на отстреле. Я просто блайндарь. Уходит 113, видишь? Всё, надо ехать, поехали, все. Да, уже, поехали, вот здесь проходите сюда, главное за дорогу переедьте и все. Ты первый все здесь. Ой-ой-ой-ой. А что ты на заходе? А я сдох, походу. Да похер. Я сдох. И это тоже сдох. Да-да-да, нормально все. Сейчас рашим вот это и все. А вот этими танками вот сюда направо проходите. Нет, стерва, нет. Стерва, на свое усмотрение играет. Ой, я тоже. Я живу. Он бат слева кидает. Бат. Бата и стерву сразу заезжайте. Клоун станешь захват. И все. Один. И с СТ вместе в захват стой. Клоун и СТ. Перфект, перфект тоже потом в захват уйдешь. Макен слева. Да, чока направо, чока направо, падай. Чока направо, падай. Все, едьте 113-го, режьте, центр сюда жмите. Вот добивать да. Танки, там разницу танков делать. Ну ладно, пусть там хорошо. Стоят два захватить. Давай, если что, выйду. Да, мы да просто гоу на дабл и все, ну да ладно, едем. Съезжайте захвата, хусим. Съезжайте захвата, едем ехать. Ко мне 140 едет, можешь? Вот эти танки помогите сюда, помогите сюда. Стервом наверх смещайся куда-нибудь. 700 хп. Пошел нахуй, блять, уйдем. Блять. А Соня закрываю. Гоу запушим центр, гоу запушим. Саша за артой, чока и кислый дальше. Пушкарь, заряжай! Я одну. Едут к тебе. Но Мать, ты Макен, не туда ты зарядил, они сейчас тебя... Нахер они мне нужны. Туда свестись успел. Сейчас по захвату сойдем. У них, короче, батча здесь типа, быстрее. Кричу захват, ребят. Вон, императора убивайте. Забейте на 113-го, императора убивайте. Ах ты крыса. Пошел нахер. Ребят, кройте быстрее, кройте. Императора. Эвил Брейн и Император. Стреляй, да стреляй ты. Перекрестно. Я кадеш был. А мы успеем за 40 секунд, ребят, или что? Так у тебя цель. А все равно наша победа. А, наша победа. А что там 113-й сейвится? Танков делает. Я по пацану, за ремонт, короче, платить, 62 кишотный пальнул, а он мне обратно 2 выстрела. А за ремонт тут и не платится, кислый. Не платят? Это был сарказм. За снаряды и за снаряжение. Ну, да, не успеем я всех убить. СТ пробивай, братка. Взрывай. А, ладно. Не успеем. Давай. Не успеем. Да и все промазали, блядь. Он затащил. Я, короче, просто ДЦП выезжаю на шотного. На шотную 62-ку и шотного 140-го и не пробиваю кумулем 62-ку. О, я 8300 натанчил впервые его. Тихо, ждем, подожди, не расходите, ждем, они же должны написать. 3-0. Всем спасибо, всем удачи. Да, все. А, заходим в укреп. Типа, я пробую укреп. Бля, давай лучше этот посмотрим. Кого? Sound muted. Все, всем спасибо. 3-0. Достаточно так-то легко было. Все, всем спасибо, всем пока.